И всем привет, дорогие друзья, с вами Джейсон, и сегодня в этом ролике я покажу вам, как получить 6000 гемов на сервере Майнплекс. Итак, когда мы заходим на сервер, мы появляемся вот тут на спавне. И рядом с нами стоит таких два жителя. Первый дает 1000 гемов, а второй дает 5000 гемов. Итак, что же надо с ними сделать? И сейчас я звуки уменьшу немного. Заходим сначала к вот этому. Нажимаем на него правой кнопкой мыши и стоим. Ходить нам нельзя. И смотрим то, что он нам говорит, типа в чате. Обязательно надо это все дослушать. Можете пока что отойти куда-нибудь там в туалет или поссать, посрать, мне вообще без разницы. Вот, ну, если честно, то он мне запрещает даже двигать мышкой. Вот, тут написано, как добавлять в парти. Пати. Так, что-то он нам еще скажет. Если честно, то у меня у самого еще это не произошло. Можете увидеть, сколько у меня гемов. 1140, а было столько же. Ну, короче, тут надо его досмотреть до конца. Что сейчас я с вами и сделаю. Так. Перти-кик можно вот сделать. Да, тут очень долго ждать сейчас, я так думаю. Скажи, что ты все, блин. О, вот все. Он меня не хочет. And thank you for going the party tutorial. 1000 гемов на чистку. Смотрите. Ну, через Dance Minimap вы можете посмотреть вправо и посмотреть 2110 гемов. Ну и 140 гемов. Переходим теперь в 5000 гемов. Тут он нам показывается вот такую улицу. Welcome. Окей. Вы смотрите. 30 секунд, это не так много. А, тут он нам показывает, какие есть мини-игры, какие режимы. Ну, вот, вот это. То, что тут сейчас написано сверху, тут оно ведь меняется все. Тюрфлаус, Диктек. Тут еще показывают Survival The Bridge Survival Games. What? Че, реально уже? Вау, надо будет поиграть. Окей. Тут он, короче, нас ознакомливает с разными видами игр. Тут он нам показывает, какие есть животненькие. И последнее, мне кажется. Майнкарт, Блок Хант, Супер Смаш Мобс и Классикс. Кстати, вот эти гемы имеют отношение к Супер Смаш Мобс. И в этом ролике я покажу, какие. Это просто моя уже давнейшая замысел мой давнейший, то, что я хочу сделать с этими, ну, с 4000 геймсами. Так, посмотрим, что тут. Ну, тут сложно сильно смотреть. Так. Все так долго. Я устал. Все. Сейчас посмотрю. End. Есть хан. Смотри, сейчас сколько будет поинтов. Все, 7140. Итак, идем в Super Smash Mobs. Как я вам уже говорил, эти геймсы имеют с ним отношение. И я кое-что должен купить там. На эти 4000 геймсов. Давай, запускай меня. Вот. Блин, провалился. Вот, я хочу купить Эндермена. А, ну как тебе купить? Ок.
Я эндерман. Да, я эндерман. Это так круто. Я всю жизнь мечтал быть эндерманом. И даже серию сейчас покажу вам. Ну, тест нового эндермана. Поиграем вместе сейчас. Смотри, три эндермена у нас тут. Так. Я вроде теперь точно эндерман. А в чем прикол вот этого? What the fuck, нифига себе. Нет. Чё так быстро? О, телепортация. Круто. Всегда об этом мечтал. Так. Блок ТОС. Выкидываем скелет в жопу. Не 5 хп. Ух. Да, все, я убил его. Так, у него осталась одна жизнь. А у меня 3 жизни. Так. Блин, за эндермена легко-то играть. Оп. Нет. Фух, я не упал. Жив, цел, орел. Так. Нашего-то убили, оказывается. Говнюки. Газмановый. Ах ты, говнюк. Ту-ту-ту-ту. Да, еще одного убил. Так. Мне кажется, ли у меня кто-то там палит? Гад, он меня блоком кинул. Я тоже так умею. Ай, я думал, мы Кима. Ну окей. Так Кима не делают. Ох, гад. Так. Я взял его. Кидаем. А как кинуть? Так? Может. Ой, гад. Ха, упал. Полетел отсюда. Соснул, да? Чё за фигня? Чё за фигня? Чё за фигня? Ну окей. Игра Дзиндермена круто. Итак, всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.